Что произошло? Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья поют со мною вместе, может быть и вы споете эту песню, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я напеваю, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я повторяю, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я напеваю, ля-ля-ля-ля-ля. Весь день я повторяю, ля-ля-ля-ля-ля. Первый лед на лужах. А я хочу его достать. Доставай. Привет, я достал лед. У него такие вот. А помните, мы прошлой зимой лед запускали по льду на реке? Он был недолго, пару дней. Это была такая интересная игра. Отламывали куски и вот так вот их бросали по льду, катились. Класс. Ну, это типа картина, а тут был червяк. Похоже. Буква Ц. Или Чи. А ну улыбнитесь, из вас сделаю фотографию. Алена, осторожно. Сегодня повезло, я только-только вышла поискать грибочки, и вот они уже ждут меня. Вот такие вот красивенькие опятки. И вот еще один, я знаю точно, что есть еще. Ой, красавчики. Вот я их нахожу, они аж в льдинках. Мне показалось, что это плесень, а нет, это лед на них. Идите, я покажу грибочки. Что там, папа пилит что-то? Дровишки. Смотри, сколько грибочков я нашла. Но они все уже заморожены. Если вчера я могла их вот отщипывать ноготочком пальцами, то сегодня только выкручивать из грибницы, потому что они твердые, как камень. Вот потрогай. Они стукают даже друг об дружку. Каменные, замерзшие грибочки. Тынь-тынь-тынь. Хочешь попробовать? Держи. Опенок.
Алена и Опенок. К носику приложи, потрогаешь, он твердый, как камешек. Чувствуешь? И на них еще, видишь, вот снежок замерз. Как камни. Замерзли. Да, смотри, тюкают. Вчера, говорю, могла их еще отщипывать, вот у корня. А теперь нет, вот они деревянные полностью. Да, нашла, но пришлось вернуться, потому что не взял с собой никакого пакетика. Да, лукошко улёжу. Что, пойду еще раз. Все, что в руки вошло, то взяла. Очень твердый лед. Пойдем ягодки собирать. Аленушка, вот шиповник, можешь собирать его. Чай. Да, кто же будет собирать? Мама за грибами пошла. Возле тебя шиповник, Аленушка, справа. Что это, Лёва, ты говоришь? Шанки, шампиньончики. А тут там еще маленькая вишенка была. Да, пол корзины грибов. И вот еще мои до кучечки. Молодцы. Не-не-не, это с собой придется замерзать. Замерзать, говорю, забирать. Еще шанки. Но они все замороженные. А давайте шампик с этим, с картофаном. Давай. Ты заметила, да, Лёва, что грибы-то вовсе деревянные? Так, замерзли. Каждая поганочка, как прозрачное стеклышко. Да. И вечером картошечку заварим. Зажарим. Да. Можно. Сейчас папа подвесит его. Голову выше, а то тебя не видно совсем. Ага, чудесно. Что ты там готовишь? Зачем? А, это будет жульен у тебя? Да. Молодец. Вот папа вырос у тебя, повар природный. Ага. Маме будешь улыбаться? Молодец. Поменьше, поменьше. Грибник золотой. Да, ветер идет. Да? Да. Вот так вот. Супер. Молодцы, какие хорошие. Может... Так, ну можно пообрезать. Ну как раз да, чтобы и дым улетал. Успевал, да. Ну что, Лёва, вкусненько? Очень. И чаёк скоро будет готов. Ой. С рафаэлками. О, кстати, картошка уже готова. Пробуй. Картошечка уже запеклась вкусненькая. Угу. Жульенчик удался. Скоро будет чай готов. Уже подкипает с одного краешка. И все это на фоне чудесной природы. Ваша льдышка не тает на камне, видите? Так и рассыпана, как алмаз. Мама, чай пей. На канале Васинички. Собираем новую партию. Жульен уже приготовили.
эти грибочки уже будут домой подмороженные. Только вышли, немножко походим и к костру пойдем. Вот такое мне удалось найти. Тут мороженое. Вот еще. Еще чудесная полянка. Опятная. Будем еще искать, смотреть. О, тут гриб на, грибу. Еще троечку нашла. Где еще грибочки? А, вот еще. Максим, ты представляешь, вообще никуда не ухожу с места. Все время ищу грибочки. Но они действительно очень похожи на листья. Вот, только что Максиму говорила, что никуда не схожу с места. Вот стою на месте и еще нахожу и нахожу грибы. И вот так вот посмотрела между ног и снова грибы. Да, и это тоже гриб. Вот Максим подошел снова сюда. Да, возможно, и не один. Нашла что-то, и это даже не опенок. Это очень замороженный дождевичок, наверное. Ну, или как ты там называешь их? Нет, не семенок. Помнишь, вот он? Это зонтик. Зонтик, да, я забыла название. Вот кусочек ножки тут остался. И вот, кстати, там, где у земли ножки, она не замороженная. Очень мягкая. Да, хорошо. Просто она все равно же сгниет, надо ее забрать. Да, мне тоже нужно. Я сомневаюсь. Я от краешка положу, там почищу. Ты представляешь, такой красивый зонтик тут сидел. Искала опять, на зонтик уже не рассчитывала. Первый мой зонтик в этом сезоне. На горе над рекой. Красота, чудеса. Свежие листья спустились. Зеленые, свеженькие. Какой мох красивый, вкусный. Светлый, 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 свежий, нежный. Еще пока нет. Продолжаем находить грибы. Вот уже вторую корзину почти полную насобирали. Максим, покажи, пожалуйста. У-ху! Вторая корзина грибов. Замороженных. Еще чуть-чуть и будет полная корзина грибов. И вот еще грибочки. Полянка, дружная семейка. Еще грибочки, еще грибочки, еще не сорванные. Вот малыши опята. Такая красота грибная. Еще нашел. Вот так охота. Охотничек грибной. На улице очень холодно, темно, едем домой. На пароме. Где-то там огни города. Да, вот хочу. Не хочу я с него снимать, не хочу выйти первым. О, вот это вот причал. Ну что, будем довольны? Я очень довольна. Я рад. Поздравляю.